Всем привет, ребята! С вами Рин. Я продолжаю играть в руку. Наконец-то я получила 3 плохих концовки. И теперь движусь к хорошей. Хорошая концовка, как сказал автор сия творения, не зависит от Экскалибура и Мерлина. То есть мы должны будем разгадать все тайны этого городка, в том числе тайны доктора Грея, священника и там еще кого-то. И таким образом выйдем на концовку хорошую. Но я так поняла, что для получения этой самой хорошей концовки мне все придется начинать сначала. А именно, сейчас я уже успела приобрести читательский билет, взять в библиотеке книгу «Новый день», и вот направляюсь к герою первой части, поговорить с ним, чтобы он объяснил Артуру, что делать. Я, правда, не знаю, может, можно было продолжить игру с того места, когда я уже и документы с печатью получила, просто попытаться что-то сделать со священником, чтобы он наконец-то разрешил нам эти книги почитать. Но не знаю, в принципе, мы можем начать и сначала. Это уже не так и страшно, поскольку мы знаем, что делать. В принципе, точнее, до этого знали, а вот сейчас пойди догадайся. Но этот-то диалог, в принципе, не меняется. Автограф, правда ли то, что написано в ней? Да, все правда, я писал ее про себя. Это произошло много лет назад. Да, я тут, конечно, сразу же, как проснулась второй раз в этой временной петле, сразу сюда и пошла, поэтому как-то не очень мне логично все это выглядит. Хоть бы на третий или на четвертый день, знаете, сюда прийти. Первый раз я вообще на 8-й, по-моему, только сюда дошла, потому что не могла сообразить, что же мне делать. Цена оказалась слишком высока. Экскалибур. Что-то пошло не так. Кто мог это сделать? Мерлин. Мерлин Шмерлин. Ну, в Камелот. Я не знаю, надо нам будет идти в этот Камелот еще или уже не надо будет туда идти. Сейчас я уже поговорила с библиотекаршей насчет книг под замком. Сейчас нам нужно как-то понять, что можно сделать со священником. Я, помнится, когда искала, куда применить зелье правды, заходила и к нему. И пыталась дать ему это самое зелье правды, чтобы он мне рассказал, как открыть секцию. Но он это зелье пить не захотел. Грибы, которые нам дает бродяга и трактирщик, он тоже не хочет есть, потому что их лопает только сам Артур. Либо готовит из них тоже зелье правды. Топором, как сказал фломастер, тут не поможешь. Если вот этот молот только взять, опять же, из домика, который рядом с шахтой находится, этот молоток нам пригодился для разбивания кристаллов. И я даже, честно говоря, не знаю, поможет ли он мне против священника. Может быть, нужно что-то другое туда. Я сейчас могу даже, знаете, этот шлем не показывать товарищу, который сидит и над картой трясется. Потому что я уже просто помню, где этот клад зарыт. Я могу в любой момент туда заглянуть. И вот, у меня будет куча денег. Ну, давайте на всякий случай я попробую зайти в этот домик. Взять молоток. И пойти к священнику. Хотя, мне кажется, все равно это очень жестко. Что молотом, что топором, что там еще чем-то. Но есть еще лопата. Но, по-моему, лопатой я пыталась что-то такое сотворить, и у меня ничего не вышло. Разве что, например... Что у нас еще есть из предметов? Хлеб, вино. Вино, как мы знаем, помогло нам совладать со стражником в мэрии. Ну и, разумеется, бродяге мы его тоже можем дать. А вот вино священнику, например, я даже без понятия. Может быть, все-таки стоит дождаться того момента, когда наступит ночь, и священник отправится в
трактир, и туда, например, к нему подойти, и там его молотком хряснуть. Хотя нет, мне кажется, не получится при всем-то честном народе. Да, я хотела спросить о ваших книгах, которые в библиотеке. Мог бы я взять их почитать? Опять ты, я все сказал. Ух ты, какой вредный. Нет, молот нам, мне кажется, все-таки сюда не пригодится. Он чисто для кристаллов, значит, служит. Роман «Новый день». Книжку ему показать нельзя. Письмо мы читаем сами. Нож мы, видите, только сами себе можем вред причинить ножом. Тогда, ребят, я не знаю. Ну, давайте, пока у нас еще ночь не наступила, я сбегаю в магазин. Я все просто прихвачу, все, что там будет, наверное. Хотя у меня нет, у меня денег не хватит. Надо было сразу закладом сгонять, чтобы денег было куча. Вот тут у нас и закладная, кстати, лежит. Если что, мы ее сможем отдать Джо. Числа, которые выигрывают в рулетке, я тоже более-менее помню, какие там. Хлеб. Не, хлеб я покупать не буду. Парадный костюм. Кстати, фломастер говорил что-то насчет того, что можно шлем показать этому торговцу, и он его высмеет. Скажет, что это дешевка, а не сокровище. Я не знаю, давайте купим все. Просто-напросто. И сбегаем еще раз в храм. Что же из этого может мне помочь? Хотя непонятно, как свеча может заставить священника расколоться и выдать нам тайну, где хранится ключ. Не знаю, не знаю. Но пробовать надо все, что у нас под рукой. Интересно, кстати, если я буду в храме, когда наступит ночь, нас сразу из храма телепортируют, а священник исчезнет или как? О, смотрите, лопата, все-таки лопата! Мне казалось, я пробовала ее применить, но нет, у меня тогда не получилось. А может быть, не пробовала, может, все-таки ошиблась. Ну что, ребят, превращаемся в натуральных злодеев. Мы тут уже и ножом людям угрожали, и сами себя резали, и Мерлина подставляли, и нему ее подставляли, и обоих их подставляли. Так что нам уже ничего не страшно. Давайте в бой. Все равно на завтра он начнется и будет жив-здоров. Не страшно. Вы бьете священника лопатой по голове. Реально, сценка, знаете, как из хоррора какого-нибудь. О-хо-хо-хо! И ключик выпал, да? Или что это такое? Он без сознания, но кажется жив. Ключ от замка. Лишь бы только нам туда успеть, потому что, мне кажется, сейчас наступит ночь, и нас оттуда выгонят. По крайней мере, мы теперь знаем, как нам нужно действовать. Вот такие вот дела. Артур у нас не всегда белый и пушистый. Так, а это же мы мимо больницы прошли, правильно? Библиотека где-то выше находится. Мне кажется, я не успею. Вот оно. Успей, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Интересно же, в конце концов, посмотреть, что там под замком-то лежит. Давай, давай, бегом, 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 бегом. Так, хорошо, ключ. Надо было вот так сделать просто, не хватать его даже. Ну и... библиотека закрывается, черт. Черт побери. Хотите быстро попасть? Хочу. Ладно, в таком случае мы ложимся спать. Ложимся спать, а утром отправляемся прямиком в магазин. За лопатой. Больше ничего покупать не будем. Ну, я и нож с собой прихвачу, на всякий случай. Нож, я уже как убедилась, следует с собой таскать. Ну и деньги. Деньги тоже надо взять, потому что без них мы читательский билет не приобретем. И нас, как следствие, не пустят в библиотеку. Вот такие вот, ребята, дела. Ну, я получаю четвертую концовку руки, я еще жива. Я еще вроде как могу думать и соображать, это меня радует. Вот. Поэтому двигаем дальше. Сегодня у нас 1 февраля, кстати. Совсем скоро придется ехать обратно на учебу. Как же мне не хочется этого делать. Но сэ-ля-ви, что уж тут поделаешь. У меня был целый месяц каникул, которые я провела, записывая летсплеи
по дому. Так что нельзя сказать, что я сильно уж так отдохнула. Тем более, что у нашей собаки родился щенок, и они теперь тут вдвоем устраивают нам настоящий бедлам и не дают по ночам спать. Не дают до утра спать. Понимаете, какие жестокие животные. Ну а что поделать-то? Так что вот, надо успеть. Просто надо успеть получить хорошую концовку до того, как мне придется уезжать. Я надеюсь, у меня все получится. По крайней мере, Фло в меня верит. Так, бьем. Хыдыщ. Забрали ключ, ушли. Представляете, да? Священник, вот вы себя на его месте представьте. Приходите вы к себе в храм. Начинайте подготовку к службе. И тут появляется какой-то псих просто сзади. Неожиданно. И бьет вас по голове лопатой. Просто не знаю. Но это хорошо еще. Вот мы с ним не разговаривали перед этим. Если бы мы с ним поговорили, он бы... То есть была бы вероятность, что он бы нас запомнил и потом сдал кому-нибудь. А так мы подкрались к нему со спины, и если его, например, будут допрашивать, он даже и не вспомнит, как мы выглядели, во что были одеты и так далее и тому подобное. Так, книга. Взяли. Больше здесь нет ничего. Книга заклинаний. Ага, и это все? Что это еще за язык? Язык это, конечно, очень интересный, но что нам теперь делать дальше? А мне кажется, я знаю, что делать дальше. Так, библиотекарю. Ну, я не смогу, конечно, ее показать библиотекарю, потому что она начнет возмущаться. Как вы посмели? Как вы туда попали? Или не начнет. Она же говорила, что если священник разрешит, то берите, читайте. Знаете, а может быть, нам как раз сейчас нужно вернуться обратно в храм и спросить непосредственно священника, что это за язык. Раз это его книга, то по логике вещей он должен знать. Но у меня были мысли, что я с этой книгой могла обратиться к доктору Грею. Во всяком случае, он ведь искал заклинание, которое позволит воскресить там человека или кого. А священник у нас по-прежнему без сознания, так? Священник у нас без сознания по-прежнему. Знаете тогда, что мы сделаем? Давайте сейчас я ускорю наступление ночи и отправлюсь в маяк. Отправлюсь в маяк, чтобы увидеть доктора Грея. Просто для того, чтобы у нас потом появилась возможность с ним переговорить насчет его лаборатории. Кстати говоря, давайте зайдем в таверну по пути. Мне вот интересно проверить, священник туда телепортируется или как? Да, смотрите, сидит. Спасибо, ничего. Мэр у нас тут как обычно. Тут, кстати, рядом с мэром активная зона не подсвечивается. С этим вот есть, а с мэром нет. Ну и фиг с ним, ладно. Аптекарь. Питайтесь правильно и будете здоровы. А если ему вот сейчас в пьяном состоянии эту книгу показать? Нет, не срабатывает. Не срабатывает. Ну ладно, я навестила священника, убедилась, что он жив и здоров, и даже нашел в себе силы пойти и начать выпивать. Поэтому давайте мы в маяк сразу пойдем. Крадемся окитать в ночи, как говорится. Было бы прикольно, знаете, если бы Артур, правда, ночью крался такой походкой преступника беглого. Вот как раз таки после того, как он ударил священника лопатой, мне кажется, это было бы прям подходящее, если бы он так шел. Ну да ладно. Маяк. Вот мы и здесь. Так, теперь главное комбинацию правильно вспомнить и не опростоволозиться, потому что... Нет, все правильно, все правильно. Хорошо, я все помню.
этот звук грома, как будто мы обнаружили прямо что-то невиданное, неслыханное. Но тут ведь, кстати, есть еще одна дверка, которая закрыта. И в шахте что-то подобное было. Нам по-любому предоставится возможность это дело как-то открыть. Но когда это будет, я не знаю. Я даже без понятия, сколько серий мне придется угрохать на получение хорошей концовки. Как будто спит. А я могу что-нибудь вот... Нет. Ладно, прячемся. И ждем нашего доктора. Ну, эта сцена будет, я думаю, в ней не будет никаких изменений. Мы, как обычно, будем сидеть тихо, как мышка, а Грей разговаривать с трупом. Ну что, больной, как ваше самочувствие? Все еще мертвы? Досадно. Давайте посмотрим, чем я могу вам помочь. Ничем. Все мои попытки оживить этого человека... Да, кстати, еще сакцентирую внимание. Фломастер мне тут новый файл игры прислал, когда у меня баг случился там какой-то. И я заметила, что кое-где запятые были поисправлены. В общем, текст стал пограмотнее. Но вот тут в некоторых местах оно без внимания осталось. Ну уж простите, граммар нации негодует. Ну, в общем, вот эти запятые тоже надо убрать, которые здесь. Я смог восстановить его тело, но этого недостаточно. Мне нужна его душа. Я думаю, мы сможем тебе подсказать, где взять эту душу. Может быть, знаете, нам нужно просто с утра проснуться, забрать книгу, потом пойти в больницу сразу и попробовать заключить с доктором Греем что-то вроде сделки. Если, конечно, это сработает. Так, куда ты пошел? Артур! Давай на выход. Ладно. Значит, попадаем домой. Заходим, ложимся спать. Но я так полагаю, что книга заклинаний на утро из нашего инвентаря исчезнет. И нам придется идти добывать ее заново. Это уже не кажется таким страшным. После всего того, что я тут видела и делала, вообще после получения концовок, это уже все не страшно на самом деле. Страшно то, что ждет впереди. Вот это уже страшно. Ну, смотрим вещи. Ну да, все пропало, как и следовало ожидать. Главное не забывать брать с собой деньги и нож. А то я как-то забыла их взять, потом гнала, что это баг какой-то, что вот я их взяла, а потом... Они у меня куда-то пропали. Не, все в порядке. Это я просто невнимательная бываю. Так, ну давайте библиотека рядышком. Сразу входим, купим читательский билет. А вообще, может быть, в разговоре со священником сейчас вылезет какой-то новый диалог, а? Ладно, наверх мы не пойдем. Наверху нам пока нечего делать. Давайте сразу в церковь. Куполов ей не хватает только. Но это не столько церковь, сколько своеобразный храм, как бы понятно. Золотые купола. А, нет, он продолжает спрашивать все то же самое. Понятно. Я просто думала, что мы ему как-то намекнем, что вот у вас есть книга заклинаний, там какой-то непонятный язык. Не могли бы вы мне подсказать, как этот язык расшифровывается? Ну, видимо, с такой речью палевно подходить к священнику. Поэтому остается только один выход. Лопата. Лопата решает. В какой-то момент все решали вино и нож, теперь все решает лопата. Добрый дядя Фло, создатель игр. Игр про петлю времени, да. Ну, двигаем дальше. Вот и неспроста, по-моему, то, что магазин находится рядом с храмом. Тут хотя бы далеко бегать не надо. Ну и библиотека не так уж далеко. Артур, как же ты докатился до жизни такой? Как ты мог встать на такую скользкую дорожку?
бедняга священник. Но Артура тоже можно понять. Он так долго готовился к этому дню. Так хотел стать королем. Так, мы сейчас куда? А, все правильно. Уже чуть мимо не прошла. Библиотека. Там бы тоже, знаете, какая-нибудь вывеска бы не помешала, что-то с книгами связанное. Так, взяли. Отлично. Теперь давайте попробуем забегать в больницу. Мне просто кажется, что здесь, ну, бессмысленно еще кому-то показывать эту книженцию. Просто потому что... Ну, кому оно надо? Я сомневаюсь, что мэр знает заклинания там какие-то. Ну что ж, вызываем доктора Грея. Передайте ему, что я пришел по поводу его внештатной работы. Кстати, я первый раз не заметила, но тут у нас по поводу почему-то через дефис пишется. Нет, это слово пишется раздельно. В смысле, два этих слова пишутся раздельно. Так что вот, это тоже надо исправить, поправить. Буду придираться, поскольку... Поскольку-постольку. Мне нравятся его очки, он такой крутой весь из себя, прям мачо-мен подходит в этих очках. Кто вы такой? Что вы знаете про мои исследования? Что вам нужно? Вы пытаетесь найти способ оживлять умерших людей? Да, это так, но они не приносят пользы. Это печально прощать. Ага. То есть вы хотите мне сказать... что я сейчас зашла сюда, вот вообще, мне этого делать было даже и не нужно. Хорошо, допустим. А что делать с книгой-то все-таки? Книга, книга, книга. А я без понятия. Может быть, мне... Слушайте. Может быть, мне наведаться к Джо сначала. Взять у него хлеб и вино, сходить к бродяге, взять гриб, попасть в больницу, и там уже я смогла бы разговорить нашего доктора Грея, а? Как вы считаете, уместен ли такой вариант? Потому что пока что я без понятия, что мне еще можно сделать. А, сейчас нам нет смысла сюда прятаться. Да я и как бы... А, знаете что, я же даже не смогу сейчас сюда постучать, потому что для начала мне придется узнать этот код. Узнать код. Для чего нужна свеча? Мне она, интересно, не пригодится никак, нет? И зачем это? Книга заклинаний. Что это еще за язык? Может быть, слушайте, эту книгу нужно где-нибудь в темном месте прочитать, например, со свечой, и тогда она высветит что-то там. Фиг его знает. Не, давайте я все-таки для начала разузнаю код доступа, так скажем, к Джо. Мне ведь все равно потом придется еще и закладную ему возвращать, и в мэрию заходить, потому что там есть одна запертая комнатка, вы помните? Нужно подобрать цифру, чтобы открыть эту комнату. А эту цифру, как я поняла, можно подбирать бесконечно. Так, а
Артурик, а чё ты в этот раз не хочешь туда за бочки-то спрятаться? Не, ну представляете, один раз он туда спокойно прыгнул, сейчас не хочет. Ирина опять пришла и опять ловит баги. Ну что за... А если я вот так сделаю? И спрячусь. А вот так прокатило. Интересненько. Ну ладно. Да никого тут нет. Он, конечно, очень быстро стучит. Я так не умею, как он. Потому что тут надо вообще сосредоточиться на правильной комбинации. Так, ну хорошо. Получилось. В смысле? А ну открывайте. Я же только что ту же самую комбинацию нажимала. Ну как так? Ну допустим. Но играть в рулетку сейчас я не стану, потому что ну, это бессмысленно. Можем, конечно, тут походить, полюбоваться на это прекрасное представление, со всеми поговорить, почему бы нет. Вот мы можем взять, кстати, и вино. Но сейчас-то при свете ночи мы его... Куда используем-то это вино? Да-да-да, девочка прекрасна, музыка хорошая. Но я не хочу у вас задерживаться. Я, правда, вино спёр, вы не против там? Я не знаю, зачем мне сейчас вино, но я его спёр. Вот захотелось. Магазин пустой. Слушайте, а мы не можем ограбить магазин, пока мы тут находимся? По-моему, не можем. Очень жалко. Я бы вон какой-нибудь костюм себе своровала. Я же вот этот черный обычно покупаю, да? Тут есть еще рыцарские доспехи. Это какой-то королевский даже может быть наряд. А вот этот вот розовый с желтым, он женский, интересно, не женский? Может, а платье какое-нибудь? Я представляю, если бы Артур на себя платье нацепил. А, ну что же будем делать? Что же мы будем делать-то? Домой пойдем? Не могу все-таки понять, что мне следует делать с книгой. Наверное, все-таки нужно попасть в больницу. Как больному. Чуловеку. Так. Карта. Ну, давайте уже поговорим, потому что... Мне кажется, все равно нам это все пригодится. Спасибо, ничего. А если я тебе, например... Вино покажу. Ничего. Это я просто так. Просто хочу попроверять все, что у меня тут есть. Нет, он, походу, исключительно сам пьет. Так, книга заклинаний не работает. Красное вино. Ну ладно. Тогда давайте по домам. Пойдем, значит, баеньки. Мне вот все-таки интересно. Может, я что-то смогла бы сделать со свечой? Ну, у нас тут достаточно светло, в принципе. Ладно, я пока не знаю, зачем нужна свеча. Пока не буду это все дело трогать. Ложимся спать. У нас еще, конечно, человеком, который нам никак не помогал до этой минуты, остается могильщик. Но я, откровенно говоря, сомневаюсь, что ему нужна будет эта книга заклинаний, что он что-то там в них знает. Однако, он как-то связан со смертью, и, может быть, все-таки есть смысл к нему обратиться насчет этого. Но, может быть, и нет. Хорошо, значит, какой у меня план? Двигаем в магазин, покупаем хлеб, утаскиваем вино, кормим бродягу,
А, ну да, в любом случае нам нужна еще лопата, чтобы священника ударить. Короче, нам нужно все, получается. Нужно все успеть в течение дня. Купить хлеб. Тогда будем просто бежать, пытаться делать это все бегом, 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 чтобы никто нас, не дай бог, не поймал. Ранние пташки они тут. Солнце только-только взошло, а они тут уже все сидят. Я так подозреваю, что в рулетку мне придется играть потом, но я, если буду это делать, я это сделаю не на запись уже. Так, лопата. Сделаю это не на запись, потому что это довольно муторно будет. Так, а зелье? А я не знаю, давайте возьмем на всякий случай. Лечебное зелье. Хотя нет. В этом вряд ли есть смысл, поскольку нам еще нужно получить гриб от трактирщика. А мы фиг знает, когда мы же не сегодня это сможем сделать. А уже только после того, как... Ну да, тут же должна быть последовательность действий. У Джо нужно узнать, что ему нужна закладная, сбегать в таверну. Узнать, что владелец болен. Потом только все это пойдет. Зачем я с ним разговариваю, я не знаю. Лопата. Есть. Теперь бежим в библиотеку. Стражник, вот ты мне только не мешай, пожалуйста. А то я знаю, любишь подойти и встать, и даже обойти меня не можешь. Окей. Как приятно играть, когда ты знаешь, что делать. Вот это просто словами не передать. Теперь пошли в гости к бродяге. Однако, если на этом ничего не выгорит, тогда я, наверное, буду серию заканчивать. И думать, как мне дальше поступить. Да, дождик пошел, нему я пришла к памятнику, к Ланселоту. Я забыла, что когда идет дождь, он, блин, уходит. Я забыла. Ну ладно, тогда погуляем во время дождя, не страшно. Сходим сюда, поплачем над исчезающим Экскалибуром. Знаете же, цитата ванильная, как ее там? Когда идет дождь, не видно, как человек плачет. Что-то в таком духе. Или есть еще. Ты думаешь, это дождь, а это чьи-то слезы. Что-то вот в этом духе. Артур у нас такой ванилькой тут немножко побудет. Ну вот, поплакали и хватит. Нам надо дальше разгребать все тайны, все грехи этого мира. Бродяга, выходи! Привет! А кстати, чего он вышел-то прям на костер? Так, хлеб. В смысле? Ты издеваешься или что? Так, я спокойна. Да. Вот тоже, видимо, небольшой баг тут приключился. Вот теперь он кушает. И пьет. Спасибо за гриб. Так, а кстати, не знаю рецепта, смогла бы я зелье правды сварганить? Нет? Нет, не могу. Значит, могу только сожрать его. Здравствуй, больница. О, а кстати,
Это интересно, фломастер тоже поправил, что тут, тут же как бы ночь наступала, или, ну, вечер, все темнело, а теперь не темнеет, теперь все нормально, все в порядке. Никогда больше не буду есть эти грибы. Хорошо, не ешь. Меня интересует вот этот товарищ в черных очках. Зачем вы вышли из палаты? У вас было сильное отравление. Лаборатория в маяке. Так. Ага. Я пошутил, прощайте. Блин, а что с книгой тогда все-таки делать? Нам как-то нужно или расшифровать эти заклинания, или что? Так, Грей Фокс. Не тот Грей Фокс, конечно. Вот что мне все время хочется сказать Грей Фокс. Книга заклинаний. Нифига. Просто нифига не происходит. Ничего не трогайте. Да не буду я ничего трогать. Уже как скажешь. А я же могу считерить и заставить его уйти, а сам остаться здесь в кабинете. Видимо, могу. Ну и пускай. Он думает, что я уже ушел. Отправился себе мирно дрыхнуть дома. А я пошел взламывать его кабинет. Но нам все равно это пригодится, так что... Почему бы и нет? А, погоди, а я ведь забыла отсюда. А я ведь забыла. Ну, по-моему, вниз. А, вверх-вниз. Влево-вправо. Я думала вниз-вверх. Ну, хорошо. Вот сейчас у меня это дело получилось. Кстати, я ведь тогда, когда первый раз использовала это зелье, я, получается, что не записала этот момент. Теперь мы хоть можем этот рецепт почитать. Наконец-то я вам его покажу. Рецепт зелья правды. Для начала вам понадобится обычное зелье лечения. Фломастер, Фломушка, после слова «начало» не должна быть запятая. Но я не знаю, правда, как ты это сейчас исправлять будешь. Это уже, видимо, никак не исправить. Не знаю. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Одного будет достаточно. Второй компонент – редкий красный гриб. Найти куда сложнее. Ученые не смогли определить места его обитания. Он крайне непредсказуем. Если добавить этот гриб в зелье лечения, мы получим новый вид. Ну вот тут тоже надо «о» на «ы» исправить. Эликсир правды. Я собираюсь применять его при лечении особенных больных. А, нет, это буква «Б» такая. Просто показалось, что она большая. Нет, все нормально. Доктор Ф. Грей. Вот такой вот рецепт зелья правды. Мы теперь знаем, как его изготовить. Ну и я так предполагаю, что мне действительно за кадром придется поиграть в рулетку. Для того, чтобы ход игры у нас как-то продолжился. Ладно, ребят, я на этом закончу серию. Буду думать, что делать дальше. Ну или, как всегда, если я ни до чего не додумаюсь, то я знаю, кого мне спросить. Потому что загадки тут и правда довольно-таки сложные. Возвращайтесь в следующих сериях. Я надеюсь, у меня получится их записать, и все будет хорошо. С вами была Рин и Артур, который теперь упорно идет на хэппи-энд. Всем всего доброго и пока.